10 seconds remaining. Добрый вечер, день и утро. Всем еще раз. У микрофона Друг, студия Игрокам ТВ. И мы начинаем трансляцию второго матча Интернешнала под номером 3. Матча финала лузеров. Ну, такая своеобразная ретроспектива на те матчи, которые уже прошли. Ну, по сути, все это затеяно с одной единственной целью — понять лично для себя. И, возможно, вы вместе с нами поймете, что да как в Доте менялось, что изменилось вот с матчей прошлых лет. Это будет не только Т1-3. В данном выпуске мы просто выбрали этот матч на него. Почему-то приглянулся он мне. Дальше будет и второй International, и четвертый мы с вами увидим. До первого добираться не будем, потому что Дота была тогда мало имеющей что-то схожее с нынешней Дотой. Поэтому, разумеется, там ничего особого почерпнуть нельзя. Ну, только разве что порадоваться на... порадоваться за команду Na'Vi. Разве что глянуть финал. Ну, глянем, возможно, к этому придем. На данный момент на повестке у нас TI под номером 3. Ну и ответный матч от команды Na'Vi против команды Orange. Это финал лузеров. Это игра за выход. Ой, точнее, не финал лузеров. Все правильно. Финал лузеров. Это битва за выход в гранд-финал. Победитель данной пары отправляется у нас сражаться с командой Alliance за главный приз. А главный приз составляет 1 600 000 долларов США. Составлял на тот момент. Ну, по стратегиям, которые использовались командой Na'Vi, ну и в частности Orange. На Orange мы сейчас посмотреть, конечно, не можем. В нынешнем 2015 году команды такой уже больше нет. И муж у нас вместе с Куху играет совсем в других коллективах. А вот команда Na'Vi есть, и команда Na'Vi есть у нас примерно в большинстве своем в том же составе. Ну, поменялись некоторые лица. Пупей сменился арт-стайлом, а Куроку у нас сменился Санейка. А Дэнди Хвост и Фаник продолжают катать. Фаник уходил, возвращался. Да и арт-стайл уходил, возвращали. Вот. Ну и Санейка — единственное новое лицо, которое в Na'Vi до нынешнего момента еще не играла и которая на данный момент является актуальным. По пику команды Na'Vi. Лайфстиллер плюс пак. Старая добрая комбинация с бомбой внутри пака. То есть киндер-сюрприз, который врывается в толпу, дает дримкойл, и после этого вырывается из пака у нас лайфстиллер, и начинается настоящая драка. Команда Orange забирает себе Nature's Profit, и я думаю, исходя из того, что говорилось на первом матче, Visage и Nature's Profit, которые обязательно должны были либо пикаться, либо баниться. То же самое касается и Чена. Но Чен у нас сейчас остался, а вот Visage все реже и реже появляется в доте. И Nyx Assassin тоже достаточно часто пикался в то время. Теперь, соответственно, Nyx Assassin тоже возвращается, но возвращается так постепенно и очень аккуратно в современную мету. Ну а тогда Nyx Assassin тоже просто must have. Либо в команде, либо в бане, чтобы не было у соперника данного героя. Ну и Nature's Profit, собственно, я тоже думаю, если смотрели, то помните, герой, который, без которого вообще комбинация пуша не представлялась в принципе. Бэйн, опять же, в пике на данном этапе от команды Orange. Лешрак третьим пиком заходит для команды Orange, и Лешрак этот не тот Лешрак, который сейчас. Ну, я смотрю просто, я так думал, будет ли вообще что с чем сравнивать. То есть будем мы смотреть матчи, и вдруг там никаких каких-то отличительных особенностей не увидится. Ну, сейчас я смотрю, с каждым героем, который появляется, видно, что Dota изменилась. Лешрак, которого берет команда Orange, это совсем не тот Лешрак, который в мае 2015 года, нынешнего года, идет у нас исключительно как керри. И идет и выигрывает игры. Это Лешрак, который будет саппортом, который будет полезен тем, что свой диаболик и всю ярость своего диаболика будет у нас на товара направлять. И товара, по сути, должны сыпаться. Ну, видим в пике Nature's Profit. Скорее всего, ну, то есть Nature's Profit через энтов стандартный. Вместе с Лешраком через диаболики. Еще кого-то бы на пуш. Ну, и кого-то бы Na'Vi на отпуш. Но я вижу, что они берут на гусарин. Будут просто руками отбиваться. И есть на самом деле кому отбиваться. Лайфстиллер у нас для хвоста 100%. Вивер
по данному пику. Я так понимаю, скорее всего, для Фаника Вивер пойдет у нас сложную. Нагасарен у нас то ли для Куроку, то ли для Пупи, сейчас поймем. Или Вивер, ну и Пак, конечно же, для Дэнди в мидлейн. Тайдхантер от команды Orange. Тайдхантер от команды Orange. И теперь можно задуматься, я думаю, о Рубике. Если не Нави задуматься о Рубике, то команде Orange задуматься о Рубике и отправить его в бан, потому что... Ну, потому что это как бы обязаловка просто. Сейчас глянем. Я думаю, что, скорее всего, Рубик в бан должен у нас отскочить, потому что... Потому что просто должен. Ну да, Рубик отлетает. Рубик отлетает от Оранжей в бан. Ну, сами понимаете. Наличие Тайдхантеров в команде. То есть после Ревейджа будет 100% второй Ревейдж. Потому что Кура играет на Рубике осторожно. И в этом, наверное, заключался секрет успеха его. Ну и нынешнего успеха, в принципе, в команде Secret. Когда Куроку достается данный герой, тоже не... Чтоб сплоховал как-то этот игрок. Тут, в принципе, не часто такое наблюдаем. Ну и от Na'Vi последний пик. И то же самое, разумеется, от команды Orange. Na'Vi пикают на данный момент. И Crystal Maiden. И вот вам, пожалуйста. Вот она мета, которая, собственно, отсутствует в нынешней ситуации. В общем своем массовом каком-то ключе. Ну и индивидуально тоже, в принципе... возвращается в мету и возвращает ее тот самый Пупей, который здесь CM-ку, я так понимаю, забирает себе. Команда Secret не так давно, в начале июня, да вот-вот, собственно, выиграла такой турнир, как турнир от Mars TV. И Пупей играл на CM-ке. Играл за свой новый коллектив, коллектив, в котором он является кэпом, за Team Secret. Играл на CM-ке, и получилось великолепно. Наказали команду Empire, забрали 300 с копи... не 300, ну, короче говоря, много тысяч долларов забрала команда Secret. И CM-ка до этого момента, пока Secret'ы не стали ее брать, вот пока ее не взяли в финале, CM-ки, по сути, не наблюдали мы. Хотя почему, спрашивается, почему? Герой очень полезный. Герой, который дает ману всей команде, дает ее нон-стоп всей команде. Герой, который, по идее, имеет обалденный контроль, который может подсловить, который может застанить, который может отправить в колбу, который дает обалденную ауру для всего коллектива и который имеет крутой ульт. Почему не брать этого героя? Ну, ответ тут, в принципе, в чем кроется? Я думаю, потому что CM-ка не берется, потому что она слегка рахитична сама по себе. То есть забирать CM вообще не сложно. CM забирать — это прям элементарно. CM-ка у нас является кормом для керри, потому что сама по себе слабовато, ни хп тебе, ни дефа. Ну и давайте понаблюдаем за CM-кой, что у нее. А что у нее? У нее один дефа и 473 хп. И что делать с Пупеем, если команда Orange, я думаю, долго задумываться не будет. Пупея надо убивать на CM-ке. Как подсказывает мне статистика, конечно, у Orange получаться в этой игре будет это не так, как должно было. В принципе, в предварительном анализе. Потому что Na'Vi эту катку, по идее, должны выиграть. И выиграть тоже следующую. Они начали со счета 0-1, а закончили победой со счетом 2-1 и выходом в гранд-финал, где они встречались с Альянсами. Ну и вообще по пику команды Na'Vi давайте разберемся. В принципе, все относительно понятно. Хвост идет у нас фармить нижний лайн. Дэнди идет у нас на мидлейн паком. И Куру вместе с Пупеем, скорее всего, переместятся вниз хвосту. Делать что-то рядом с Фаником смысла никакого. Фаник сам по себе через Шукучи должен чувствовать себя на линии относительно комфортно. Со стороны команды Orange Муши забирает себе Алхимика. Этот Алхимик будет у нас фармить. Лишрак у нас занимается саппортингом и только. Никаких фармов, ничего подобного. Лишрак у нас, я думаю, через Плитеус идет и через Диаболики. О Lightning Storm тогда и знать никто не знал. Ну что, Нет забирает... Что у нас? Ничего на это не забирает. Руны у нас еще тогда не появлялись в двух местах. Руны появлялись только с одной стороны. И хвосту повезло, он на хосте здесь. Просто великолепное начало. Хвост забирает себе хосту. Ну и вот, кстати, одна из особенностей. Здесь руна появилась, здесь руна не появилась. Это не баунти руна. А баунти руни никто еще тогда не знал. То есть это будет немного позже. Где-то через год появится баунти руна.
Ну и по расстановке лайна. Все-таки триплу отправили на топ игроки команды Na'Vi. Икса, скорее всего, здесь забирают. Далее шаг умирает у нас на ФБ. Куро продолжает у нас гнать Нета. Ну и Нет здесь явно совершил ошибку, что так далеко зашел. Нета забирают, забирает его Пупей. Это даблкил от Crystal Maiden. Самое начало игры. ЦМ-ка полезная, ЦМ-ка в порядке. У ЦМ-ки Crystal Nova вкачана. Эта Crystal Nova, по сути, дала возможность с руки напинать даблу игроков команды Orange. Ну и хорошо, что Муж еще здесь не встрял. Если бы Муж здесь встрял, то игра бы это могла примерно заканчиваться для команды Orange. На мидлейн отправили Тайтхантера. Когда вы вообще последний раз такое видели? Тайт стоит у нас на мидлейне. Уже тогда знали о том, что Тайт у нас относительно не самый уязвимый игрок, который может сейчас он фармит теншентов, сейчас он спокойно стоит на сложной. Тогда Тайтхантер у нас стоял на мидлейне. Тайтхантер занимался выфармливанием левела, потому что на сложной, я думаю, что вы неоднократно наблюдали, на сложный левел идет не так быстро. И это такие некие пережитки прошлого, как по мне. То есть по классике, по дефолту, если ты стоишь в соло на сложной, даже если ты стоишь в соло против триплы, тебе капает левел, и ты очень рано выносишь шестой левел. Что сейчас происходит с тайтхантерами на сложной линии? Они идут на сложную, они стоят там до третьего левела, если получится. Это в идеале просто. И после третьего левела уходят либо на эншентов, либо уходят в собственные лесы, там фармят. То же самое происходит и с бетрайдерами. Раньше, соответственно, не настолько агрессивной была дота, и тайтхантера не так сильно гнобили и насиловали. Теперь видим, что тайт у нас и в миде может стоять против пака, и не проблема. И тайтхантер, который, по сути, милишный герой, у которого своего дэмэджа не так уж и много, который медленный. Так, у нас уже киллинг спри на топе в это время, но тут команда Orange просто поплыла. Кура подстопили. Фаник возвращается вместе с Пупи. Фаник у нас здесь по фарму в этой трипле на первом месте. 6 на 1 у него, ну, в принципе, не такой уж и большой крипста. Первый у хвоста. У хвоста при этом еще и первый нетворс. Хвост стоит соло против Ухая. Nature's Profit в сложной линии тоже ничего, в принципе, необычного. Ну, не считая того, что Nature's Profit сам по себе теперь уже для доты необычен. В пабах он еще остался, а где-то в профессиональных играх все реже и реже его видят. Ну и Адмирал Бульдог, который гуру вообще Nature's Profit, который вернулся спустя 2 года вообще отсутствия. Не 2 года, года одного года отсутствия в команде Alliance, чемпионов данного турнира, который мы сейчас с вами освещаем. Вернулся с Nature's Profit, и казалось, кто лучше Адмирала Бульдога играет на профете. Как по мне, никто, и отыгрывал великолепно Адмирал Бульдог на профете, но я думаю, вы все прекрасно знаете, что случилось с Альянс в квалификациях европейских. Альянс не стало, в принципе, как команды, но я думаю, что где-то близко уже, наверное, разговору о том, что, может быть, пора и закончить как-то и по возрасту, и по сыгранности, и вообще по нахождению игроков команды Alliance в профессиональной доте. Alliance на важном турнире, важный момент, не потащили. И это не те совершенно Alliance, которые были в 2013 году. Да и дота уже, я так все больше убеждаюсь, что не та, которая у нас сейчас, в 2015, не та, которая у нас в 2013 году была. Ну и теперь по данному матчу. Дэнди уже почти 6-й левел. Куху на мидлейне тоже, в принципе, 5.5. Ну и Куху неплохо так наказывает Дэнди. У Дэнди есть Эльзори Орп, и Дэнди еле-еле, кстати, здесь выживает. Дэнди решил дальше наказывать здесь Куху. Нормально с ним справился. Ну и в принципе сейчас при ХП. Ну что у нас? Цепляют курок. Вот эта комбинация работает. Найтмэр плюс сплитосов для Шрака. Кура развалили. Сейчас становится 3-1. Фаника стреляет по Нету. Нет умирает. Здесь сформу от Фаника зашли на 5 с плюсом. Умирает также и Crystal Maiden. И Фаника, возможно, тоже заберут. Нет, Фаник у нас уходит. Еще и уходит с даблкиллом. Размен произошел 2 в 2. И Fight Recap, конечно же, мы здесь не посмотрим. Глянем, что вообще по графикам. По графикам 2000 Na'Vi в плюсе. И 1800 они по экспириенсу также в плюсе. Вообще вот этот трипла с Вивером в сложную. Ну, такой своеобразный Керри оффлейнер, и непонятно вообще, какую роль в данной игре отыгрывает Фаник. В прошлой игре его оставили в соло, и он в соло-линии, во-первых, ничего вменяемого не вывез. Во-вторых, за 6 минут эту соло-линию потерял, и Оранжи
то, с чего начали, а начали они с давления на легкое для себя, тем примерно и закончили. То есть легкая линия упала через 20 минут после начала игры. И вот вам, собственно, и результат. Нави вторую игру начинают уже в роли догоняющих. По сборкам давайте перейдем и посмотрим. Тут все понятно, Tranquil бутсы, все нормально. Лайфстиллер первым артефактом фейс бутсы. Дальше брасер, хвост скорее всего пойдет, я думаю, в барабаны. Один брасер оставлять бессмысленно. Дэнди на куху. Куху у нас делает эбаут, и получается у него это сделать. Куху улетает на базу. Дэнди его не забирает, и Дэнди, кстати, у нас с батлом и без ничего. Пак выходит в дагер, ну, тут схема, конечно, классическая. Тут ни влево, ни вправо, не так-то просто. Что, муши у нас. Банку зарядил, банку в купе, ульта пошла у нас от Nature's Profit, и муши здесь убивают. Но при этом Фаник на лу хп. Фаник отъезжает в таверну, и в таверне у нас еще и пупей. Размен 2 в 1. Все это, конечно же, в пользу команды Orange. Они были в роли отстающих по золоту. И еще и убили двоих против одного потерянного со своей стороны. Конечно же, по голде они здесь должны были отыграть. Но отыгрывалось, опять же, не столько, сколько в нынешней доте. По мидлейну... Тайтхантер. Все на тех же позициях. Ни влево, ни вправо. Слайна не уходит. Что тоже, в общем-то, достаточно интересно. Тайтхантер, который стоит в миде, это вообще, это, я не знаю, после этого матча было ли еще такое. Я, честно говоря, не, ну, достаточно удивительно это все выглядело. Вот. Ну и, разумеется, исчез у нас алхимик Керри. Просто пропал вообще со всех карт. 2015 год принес... изменения вот эти касательно аганимов, последние изменения 6.84. Максимум, что теперь можно выжить из алхимика, что точнее выжимают про коллектив из алхимика, это они выжимают какого-то керри, ой, какого-то точнее сапа. Вот, тогда еще достаточно мощно выглядел алхимик керри. Этот алхимик керри, кстати, от хвоста Фаника здесь, скорее всего, сожгут. Я так понимаю, Куру у нас Song of Siren проюзал и валить отсюда. Тут диаболики, тут муши. Неприятность чистейшая. Тут Куху, у которого есть ревидж. Ну, Кура в итоге отпускают. Так вот, алхимик того времени, это был алхимик Керри. Брать алхимика в саппорт, это была огромнейшая редкость. Такая редкость, как, например, брать Свена саппортом или брать... брать саппортом... Ну ладно, Свен, на Свене ограничимся. Так вот, алхимик исключительно занимался фармом, зарабатывал себе Shadow Blade и ходил одинокими фрагами, зарабатывал золото и экспу для всего, для всей команды. А потом выносил грандиозных масштабов левел, огромнейший атак спид, разумеется, вместе с этим еще и дэмэдж, ДПС. Колоссальных просто масштабов. Ну, это вот тот алхимик. Что теперь можно взять с алхимика? Ну, по сути, ничего. Ничего, кроме аганима. Что с него взять? Вот, да и брать его не берут, потому что сам по себе он, как саппорт, не самый полезный. Давным-давно есть саппорты поинтереснее, пополезнее, и алхимик исчез сам по себе. Ну что, Пупея разваливает команда Orange достаточно быстро. Зато Фаник начинает нарезать. Сначала по нету, теперь по муши. ХП реген у муши не такой уж и большой. 16,3 в секунду можно было поразвалить. И вот вам первый подарочек от команды Na'Vi. Пак, внутри которого сидит лайфстиллер. Тут больше трех, по сути, не собираться. Ну, Дэнди ждет, когда кто-либо подойдет сюда. Или хотя бы, когда кого-либо найдет Фаник. Команда Orange отходит. Команда Orange файтиться не собирается. Они прекрасно знают, что Дэнди сам бы сюда не пришел. Потому что у Дэнди Dreamcoil только-только был проюзан. Если Дэнди не сам здесь... Если, точнее, Дэнди у нас без Dreamcoil, значит, он не сам, значит, в нем сидит подарок. И хвоста, разумеется, тоже нет на карте. Что это означает? Это означает, что ждите киндер-сюрприз, сейчас будет выпрыгивать. Муши. Четвертого левела уже здесь Unstable Compound. Так, поймали у нас в Dreamcoil двоих игроки команды Natus Vencer. Курок просто пошел отдаваться, и у него это великолепно получилось. И вот вам хвост из Муши. Муши отправляет Nightmare, просто подсейвить. Муша фиолетово, в принципе, спит он или не спит, хвост его и так под рейджом разваливает. Ну и хвост отсюда отходит. Пока что один в один размен, Кура разваливает, должны убивать здесь, скорее всего, Икса, даблкил от хвоста. Ну и комба рабочая. Дэнди достаточно быстро
выфармил необходимый левел. Да, по деньгам еще нет даггера. Как появится даггер, тогда у команды Orange должны быть проблемы совсем другого вообще ряда. Фаник, при том, что немного фармила, а 35 крипов за 11 минут это ой-ой-ой как немного. При этом, в принципе, идет достаточно ровно. 2 смерти, но при этом 3 килла. Деньги Фанику капают, и четвертое место на карте для оффлейнера. Согласитесь, не так уж и плохо. Но мы помним, с чего команда Na'Vi этот матч начинала. Они начинали с даблкила вообще со старта от Пупея. Разумеется, все это ассистами капнуло Виверу. У Вивера уже 6 ассистов. Ну и, естественно, там и левел, там и деньги дополнительные, там и нормальная экспа. Ну и у Na'Vi на мидлейнере, в принципе, ничем так особенно не пренебрегал здесь. Дэнди приобрел себе ботл, пробустил до Magic Wanda стик свой. Boots of Speed тоже у Дэнди есть. Ну и Дэнди приобретает себе даггер. Дэнди по фарму тоже, в общем-то, по крипам 52 на 9. Не так-то и много. Но Дэнди где-то откуда-то деньги все-таки выцарапал. При том, что с мида практически не уходил. То есть файт какой-то один-единственный. Ну что, у нас файт на топ-лейн. Кура еще раз развалили. И вот он Дэнди с хвостом внутри. Фест хвост проюзал и муши. Керри Алхимик разрывает Дримкойл, и хвост здесь разрывает пополам уже самого Муши. Куху приморозили, Куху отсюда не уходит. Ревач юзает Куху, и, по-моему, очень даже зря. Куху здесь в итоге все равно убивают, и просто теперь из плюсов для команды Orange, что они остаются без Ревача. Ну и по самому файту, собственно, что вообще можно вынести? Na'Vi на данном этапе преимуществе колоссальном. 5000 на 12 минуте к 2013 году — это много. Это действительно хороший показатель. Ну и по левелам давайте обратим внимание, как вообще дела обстоят. Первые три позиции — это команда Na'Vi. Это Дэнди, это Фаник, это Хвост. Дальше идет Куху, дальше идет Охайо. Это оффлейнер и мидлейнер. Керри на легкой линии от команды Orange, который стоял против триплы, конечно, но стоял при этом на легкой. 8-го левела, то есть он на 6-й позиции по уровню, то есть по экспе, конечно, Муши отстает очень сильно. Давайте на нетворс обращать внимание. Алхимик, чем, собственно, у нас славится? Алхимик славится колоссальным заработком. Алхимик, по идее, должен где-то на уровне с Фурионом быть или даже выше. Вот, а Алхимик здесь все, что делает, это теряется. Алхимик у нас отдается раз за разом, ну и Вивер разваливает у нас Алхимика на топ-лейн. А хотелось бы мне рассказать, какой мощный сам по себе Керри Алхимик, но Orange не дают возможности это сделать. Не дают. Ну и что мы в итоге... Что мы в итоге получаем? В итоге мы получаем практически недееспособную команду Orange уже на ранних минутах. Вот достаточно мощную команду Na'Vi, которая по своим героям все сделала на 5 с плюсом, и которая отдаваться, по сути, не должна. Но здесь немножко, я смотрю так, подфилить решила Na'Vi. Фаник у нас таймлэпс, и уже Фуриона забирают также игроки команды Na'Vi. Муши выбрасывает колбу в Пупея. Пупея здесь убивают. Или не убивают. Нет, Пупея у нас примораживает Муши. Но Пупей должен, по идее, умирать. Еще один удар у нас от Нета. Даблкил в этом файте. Вообще доминейтинг для Бэйна. Это непозволительная роскошь для команды Orange. Ну и дальше погнала команда Na'Vi Нет. Доминейтинг стрик. Забирает себе Вивера. Это киллинг спри уже для Вивера. Вивер дальше у нас еще и за Лишаком. И это минус 4 от команды Na'Vi. Orange в лице Муши просто прячется в кустах. Но это тимвайп. Это тимвайп. 7-секундный unstable от Алхимика, и он не успел разрядиться даже на секунду. Ну куда там, самому будете целым. Понятное дело, что Алхимика не отпускали. Это тимвайп, и денег вроде бы капнуло немного. Сейчас капнуло бы побольше. На данный момент денег капает Na'Vi не так уж и много, но на 15-й минуте 8000 преимущества. Это 7,5, и это действительно очень много. Деньги тогда так просто не зарабатывались и не отыгрывались. Да и капали деньги не с такой скоростью. По-моему, по 1,5 или по 1 копейке в секунду капало. Сейчас это все повысилось до 2, поэтому ребята у нас становятся побогаче и зарабатывать становится легче. Просто стой на базе и фарми. Ну и под смоком команда Na'Vi на Рошана, может быть, будут кого-то забирать. Для тех, кто только подключился, сообщу, что у нас, собственно, происходит. Мы, во-первых, обращаем внимание на матчи прошлого, комментирую их для себя, для вас, если вам интересно. Вижу, что интересно, если вы все-таки с нами. И
на базе, на фоне всего этого, пытаемся понять, что изменилось и как все поменялось. То, что в Доте все изменилось, это понятное дело. Дота у нас динамично развивающаяся и меняющаяся игра. Ну вот какие-то конкретные детали подмечать и смотреть, я думаю, будет полезно. Ну и плюс дополнительный вот такой education для тех, кто вообще знать не знал, что такое International 3, например, или International 2. Те, которые в Доту начали играть там всего-то полгода, год назад. И такое тоже было. Смотрите, дети, где ваш папка катал. Так, ребят, кстати, по поводу нашего... Пока у нас тут небольшая задержка по файтам. Нави забрали на миди тавер и ждем. Ждем замесик. Возможно, сейчас будет. Если не будет, то расскажу кое-чего интересного. Дэнди выпрыгивает здесь на нет, а нет на лоу хп. Хвост всегда находится в Дэнди. Всегда. Хвост без Дэнди вообще тут жизни в этой игре не представляет. Куху у нас реведжен. Ну и подбрасывает хвоста. Куху в сетке стоит. Куху просто реведж дает, лишь бы уйти целым. У него это не получается. Уже который раз мы это видим. Ну и стоит ли говорить вообще, что Тайтхантер на мидлейне — это немножко провальная затея. То есть команда Orange имеет Тайтхантера, который почти 11 левела на 16 минуте. Такого ни в лесу, ни на эншентах, ни на сложной линии получить в нынешней доте невозможно. Да, они имеют Тайтхантера практически 11 левела, но по сути недееспособного и бесполезного Тайтхантера, который меку свой вывести к 18 минуте с мида так и не удосужился. У него 0-4-2 счет, и дела у него идут совсем нехорошо. Совсем. Так вот, Нави продолжит, да, наверное, пушить. Давайте я на паузу поставлю. Смотрите, по у нас события у нашей студии будут вот-вот интересные, которые мы до этого момента не проводили. Сейчас я запущу вам рекламу и, собственно, покажу, как, собственно, везде всегда происходит. События, которые коснутся нашей студии как организатора неких турниров. Конечно же, мы начнем с аматорки. Конечно же, мы начнем с простейших, абсолютно элементарных турниров, турниров от подписчиков. Поэтому для всех, кто сейчас смотрит эту трансляцию, для всех, кто следит за нашей студией, переходите в группу. В группе все условия в обсуждениях находятся по данному турниру. Подписывайтесь, регистрируйтесь, заходите в паблик, и там, собственно, получайте всю информацию. Мы собираем максимальное количество людей на турнир, чтобы потом разграничить и развести по группам, развести по командам. Если у вас есть команда, то приводите пятерых своих, там, четверых своих друзей и начните играть в полном составе. Если вдруг у вас нет полной команды, то, соответственно, приходите просто, записывайтесь, мы уже самостоятельно вас к кому-то да определим. Либо найдете друзей среди тех, кто заявился на данный турнир, либо либо мы можем сами подобрать вам команду. Но не забывайте, еще раз говорю, записываться в группу, записываться на данный турнир. Стартуем очень скоро. По плану у нас было 13-14, но ввиду еще не достаточного количества народа под данный аматорский турнир с некими призовыми небольшими. Пока что немного это откладывается, так что вы еще успеете. Как, что примечательно, собственно, будет в данном турнире, пока еще немного на правах рекламы расскажу, у нас там Дота на паузе стоит. В данном турнире все будет по образцу стандартных классических профессиональных турниров. То есть мы будем вести сетку, мы будем освещать ваши матчи на нашем основном канале. Вы сможете посмотреть реплеи своих матчей, заставки, комментаторство, анализ игр. То есть вы можете почувствовать себя настоящим профессиональным игроком, звать кого-то, мам, бабушек, к экрану и говорить, что «мам, смотри, меня по телевизору показывают». То есть, собственно, это основной профит всего этого действия. Ну и, конечно же, все, что вы видите на экране, игровой азарт, тиммейты, победа, поражение, горечь, разочарование, все это будет. Не стесняйтесь, записывайтесь, собственно, играть могут все абсолютно. Каждое единственное условие, чтобы вы были подписчиками нашей группы ВКонтакте. Все остальное вы уже прочтете в самой группе. Ну что, продолжаем. Приятного просмотра и вернемся к матчу Na'Vi Orange. Вот уже, собственно, сейчас. Гоу.
Ну что, можем возвращаться к матчу. Нави уже готова у нас заходить на хайграунд. Здесь готов отброситься от Тайтхандера, я так понимаю, да, чем-то? Ну, или Тайтхан, это у нас Алхимик занимается. Да, я уже перепуталась все. Так непривычно видеть Алхимика к 2015-му так году. Что уже, в частности, с Acid Spray от Алхимика, да, что-то новенькое и интересное в доте. Охайо по классике. Охайо должен пушить. То есть его дергает команда и говорит, пока мы здесь файтимся, go push, push, push. Схема эта действительно работала, и команда... Команда Альянс денег так очень много выиграла. Пока Альянс отвлекает команду Нави, в это время постоянный пуш на сот Адмирала Бульдога. Будь то Медведь, будь то Nature's Prophet. Nature's Prophet там, конечно же, полегче. Вот. Ну и работало это на всех, работало это... Не только у Alliance, работало это, в частности, у команды Orange. В первой игре мы с вами это наблюдали. Когда все ушли, то Куху останется на легкой линии, подпушит до хайграунда, то останется на легкой или на сложной здесь Nature's Prophet и развалит 1-2 таура. Ну и, конечно же, в этой игре что-то пошло не так, но мы видим, что все пошло не так. 13 тысяч голды Na'Vi по экспириенсу. 14 тысяч тоже в пользу команды Natus Vincer. И давайте, у Na'Vi теперь есть деньги. Давайте смотреть, как собирались Na'Vi. Na'Vi у нас собирались, в принципе, так, как и все. Фаник у нас с БКБ. У Фаника главное это безопасность. И Фаник, что примечательно, собирает себе не линку, Фаник собирает себе БКБ. У нас пошел замес в это время на мидлейне. Хвоста пытаются развалить, хвост. Через армлет. Армлет, который вместе с лайфстилером ушел у нас вообще из Этембилда, из меты доты. Этот лайфстилер, который вообще, вы помните, как давно, последний раз вы слышали фразу «Лайфстилер там юзает армлет или играется армлетом». Нет, уже давным-давно этого нет, потому что нет, в принципе, лайфстилера в мете. Сейчас только Na'Vi по чуть-чуть начали его возвращать. Ну, тогда это было. То есть лайфстилера просто можно, нельзя было убить. Можно было бить его полтора часа, и у него всегда было там 200-300 хп. Столько, сколько армлет давал. Причем армлет давал сразу, а не постепенно, как в нынешней доте. Тоже один из примечательных фактов. Я думаю, что вы там где-то себе на листике в клеточку отмечаете. Что изменилось с 2013-го и что сейчас мы имеем. Армлет у нас на лайфстилере. Сэндж на лайфстилере также имеется. Тогда, по-моему, еще... Да, тогда уже была алебарда. Тогда алебарда была. И посмотрите, что мне показывает. Сэндж у нас Silver Edge может подарить. Интересно, знал ли об этом хвост? Вот, пожалуйста, иконка. Вот она, современная дота переплелась с олдскулом древнейшим. Silver Edge, который можно приобрести. А ну-ка, улучшение. Ну, пожалуйста, Guardian Glyph. А вот вам, пожалуйста, и Муншард. Ну, все это, конечно, смотрится на фоне этой игры немножко странно. И те же алхимики, которые 7-секундный Unstable носят с собой. И много-много кого еще. И Никс Ассасины, которые не думают об Аганиме. И Наги, которые у нас занимались саппортингом. Которые не лезли вперед всей команды фармить. Нага, которая выфармливает себе Меку. Это Нага... чью роль сейчас в команде все чаще принимает на себя то SF, то Меку у нас собирает. Кто там Меку собирает? Тоже из мидлейнеров кто-то популярный. Ну, SF в частности. SF, в принципе, такой наиболее показательный случай. Я думаю, что если в следующей игре у нас будет SF, то мы увидим примерно, как будет собираться. И лучше, чтобы он играл за команду победителей, чтобы мы видели за команду Na'Vi, чтобы мы видели, как SF у нас собирались 2 года назад. Вивер забрал в себя хвоста. На этот раз не в Дэнди Вивер. И видим, что не самая полезная вещь. Потому что Виверу самому по себе добраться не так-то просто, как с блинка прыгнуть Паку. И, кстати, вот Пак тоже совсем нечастый гость в доте нынешней. Сейчас вроде как и берут, но это, опять же, это подчеркивает, подтверждает только одну мысль, которую я озвучивал. Это то, что... визуально дота вот примерно сейчас, не визуально, а тактически и стратегически дота сейчас, вот я смотрю, и возвращается к 2013 году. Я думал, что для меня много пиков станут удивлениями. Нет, эти пики мне вполне понятны. То есть надо будет для примера взять, скорее всего, 2014 год, где все просто смешалось в кучу. Кони-люди, где Наги у нас фармили мидлейн, где лундруиды не выходили вообще из меты, где кого только не брали, что только не происходило, где у нас колоссальные деньги выигрывались мидлейнеровскими
виномансерами. Здесь виномансером еще и не пахло. Это уже пик 2014-го. Здесь всем заправлял Visage. Много ли Visage'ей вы видели в 2015-м, которых либо пикали, либо банили? Я думаю, немного, потому что я смотрю много матчей. И Visage'я там не наблюдаю. На 23-й минуте у Пака появляется Side to Face. При том, что денег, еще раз повторюсь, капало меньше, чем капает в 2015. То есть Na'Vi, конечно, по фарму колоссально хорошо себя чувствовали. И вообще Na'Vi в этой, в этом турнире смотрелись как просто какой-то некий сумасшедший с каким-то оружием, которому просто не подходить. То есть он вроде бы и сам по себе не опасен, потому что у него... справка там откуда там, потому что он сумасшедший. А с другой стороны, кто знает, шмальнет он, не шмальнет. И Na'Vi примерно так выглядели. Они делали абсолютно вопиющие вещи. Они играли против вообще любых правил доты. Еще раз подтверждение тому, это пуч с Пупеем. Да, говорят, что это просто так зашло. Это просто так зашло против команды Kung Fu, потому что Na'Vi эту ерунду отрабатывала. И она не могла не зайти. Это было непросто. Это просто стоило 100 тысяч долларов команде Na'Vi. Я думаю, что... Ну и дальнейшие победы, то есть, понимаете, могли у Na'Vi и не быть, если бы они тогда Тунг-Фу слились и заняли бы пятое место. Пятое-шестое. То есть там копейки были бы. Вот. У Na'Vi зашло тогда, потому что Na'Vi хотели, чтобы у них зашло, и они над этим, скорее всего, работали. Вот. Ну, собственно, как говорите, говорить как о команде Na'Vi как явление того времени, вот... Na'Vi в том состоянии. Приходится мне вот в данном ключе. Ну, потому что у меня сложилось такое впечатление. Было очень интересно наблюдать. Разумеется, мы все болели за Na'Vi, но выиграют они, не выиграют, никогда не было понятно. А потом в финале International, этого же International против Альянс, Na'Vi начали просто чудеса творить и просто разрывать команду Alliance до четвертого матча. И стало ясно, что Na'Vi взяли за ум и... скорее всего, увозят с собой денежки. Как это все закончилось, я думаю, вы помните. Ну и здесь Na'Vi за 24 минуты, что, в общем-то, не характерно для того времени. Заставляют команду Orange писать GG. GGVP. Развалилась команда Orange. Первую катку они выиграли достаточно сильно. Вторую игру они проигрывают быстро и без шансов для себя. Просто обычное давление... от команды Natus Vincer. Ну и давайте на сборку смотреть. Время у нас есть. Nature's Prophet. Все тот же Shadow Blade, но здесь, конечно же, Ohio никто не дал возможность выфармить свой хекс. Там был хекс на 30-й минуте, здесь 30-й минуты не было, в принципе, какой там хекс. А вот Dendy свой хекс выфармил. Dendy на мидлейне отстоял гораздо лучше, чем на SF, да и соперник у него была не Квапа, как в прошлой игре, а соперником сделали Куху на Тайтхантере. Куху на Тайтхантере оказался просто, ну вот он, совсем, совсем бесполезный Тайтхантер. У него есть мека, ну, одной мекой файты не выигрываются. Ну, то же самое об алхимике стоит сказать. Героя хотелось бы показать со стороны какого-то керри, но сам алхимик от Оранжей, на котором играл Муши, он... Все, что от керри, это фейсбуцы. Больше ничего алхимика нет. Ogre Club приобретает здесь... алхимик, и на этом его покупки заканчиваются, потому что и денег, по сути, не было. Ну, стандартный, в принципе, лайфстилер от хвоста. Стандартный. Сейчас это уже привычно. Сейчас у нас с Engine Yashi бегают абсолютно все. Начиная от лайфстилера, все того же, если он попадается, заканчивая джаггернаутом, снайперами, тролль-варлордами, которые, к счастью, уже отошли из меты. Ну, вы, я думаю, вы помните, от Engine Yashi рябило в глазах не один месяц. Ну, тогда лайфстиллер, в принципе, тоже... Лода, это был Лода, это был Хвост и еще тройка-четверка мощнейших керри серьезных коллективов. Они собирались с Engine Yashi, потому что могли себе позволить. Ну, а так, в принципе, по пику, по итембилду, конечно, примечательный здесь Side of Ice от Пака. Достаточно ранний, на 20-й минуте. А почему? А вот почему. 9-0 у нас заканчивает Пак на 24-й минуте. Ну, короче говоря, Na'Vi оказались сильнее, и Na'Vi уже, в принципе, на пути к гранд-финалу, там, где их ждет команда Alliance. Ну и давайте смотреть, как это было. Завершающий матч через 2 минуты. Завершающий матч против коллектива Orange. Финал сетки лузеров. Вот последний шаг. Что для Orange, что для Natus Vincer перед гранд-финалом и борьбой за главный приз. Кто его сделает, я думаю, вы знаете. Но давайте тогда смотреть
как его сделать. Еще раз напомню, это ретроспектива на International, это наша программа Retro International. По сути, это матчи, вот, матчи прошедших уже турниров, топ-турнира такого, как TI, и на его фоне пытаемся разобраться, что же случилось с родной Дотой, к лучшему ли Дота пришла или наоборот у нас пошла в регресс. Я думаю, с каждым выпуском станет ситуация все яснее и яснее. Либо будем глубже нырять до второго интернешнала, либо вернемся, например, поближе сюда, поближе к настоящему, к четвертому интернешналу. Это уже дальше будет. Не забывайте подписываться на канал и не забывайте подписываться в группу ВКонтакте, чтобы мы могли в дальнейшем анонсировать вам следующие выпуски. Ну и небольшая пауза, и переходим к третьему решающему матчу данного противостояния, ну и завершальная стадия, третий этап нашей сегодняшней программы, нашего сегодняшнего выпуска. До связи, 2-3 минуты и возвращаемся.